мы дошли до моря, и посмотрите, какое количество медуз. Их очень много, прям вообще, прям пипец. И такие все огромные. Так вот. У них, наверное, нерест. У нас первая достопримечательность — театр Романо. Вот такая красивая узкая улица. Узкая, красивая. Вот такая красивая площадь. Корабль стоит. Да. Готовится к отправке, наверное. Большой. А может, привез туристов. Вот такая красота. Тишина. Море. Погода шикарная. Местные жители, кто в чем ходит, кто в шортах, кто, вот мужчина в кофточке сидит, местный житель. Такие две скульптуры. Я, правда, не понимаю, что они означают. Да. И опять местный житель. Вот еще скульптура.